Решение Белого дома о передаче Украине систем GSD-LB означает преодоление еще одного табу – на дальнобойные ракетные системы. Следовательно, в плане военной помощи осталась одна важная ступень, которую нужно еще преодолеть. Это боевая авиация. По словам министра обороны Резникова, для передачи ВСУ партнеры рассматривают сразу несколько типов западных истребителей. Наиболее ожидаемым сейчас выступает F-16. Но при этом варианты с передачей самолетов советского производства, в частности адаптированных под стандарты НАТО, также никто не исключает. Например, предметом отдельных переговоров между чиновниками Украины и Словакии должна была стать передача эскадрильи МиГ-29ЕС, уже выведенных из состава словацких ВВС. Вариант с передачей МиГ-29 ВВС Польши для Украины также никто не отрицает. Тем более, что сами поляки покупают южнокорейские FA-50 именно для скорейшей замены самолетов советского производства. Вариант с поставкой модернизированных к стандартам НАТО советских самолетов для Украины вполне может быть промежуточным звеном на пути освоения современных западных самолетов. Но на этом пути могут быть свои нюансы. Когда впервые еще в марте 2022 года пошла речь о возможной передаче Украине польских МиГ-29, эксперты попытались оценить вероятные сроки передачи таких самолетов. По их оценкам, в наиболее оптимистичном варианте, как на тот момент, от момента решения до момента передачи первых бортов в лучшем случае прошло бы 2-3 месяца. А отправка всех 29 самолетов могла бы занять неопределенные несколько месяцев. Организационные моменты, такие как определение формата доставки самолетов, доставка этих МиГ-29 в Украину, перекраска их, чтобы скрыть следы принадлежности к ВВС Польши, заняли бы на самом деле не так много времени. Больше всего времени съедала бы необходимость освоиться нашим летчикам в кабинах этих самолетов, где все приборы в рамках модернизации к стандартам НАТО были переведены на другую метрическую систему, где все в футах. Иными словами, на таких самолетах показатели высоты и скорости полета переведены именно в футы, высчитывать сколько это в метрах – сложная нагрузка для любого пилота в условиях воздушного боя. Поэтому минимальный срок в 2-3 месяца это или для переучения наших летчиков, или же для переработки кабины МиГ-29 польских ВВС, при условии наличия соответствующих комплектующих, конечно. Наконец, мы привыкли обобщать польские МиГ-29 сборным понятием советские самолеты, модернизированные по стандартам НАТО. Но вот сами поляки предупреждают, что эти самолеты ВВС Польши на самом деле отличаются между собой двумя градациями бортового оборудования. Например, на вооружении 23-й авиабазы тактической авиации находится 15 истребителей МиГ-29, из которых 3 двухместные учебно-боевые, полученные от СССР в 1989 году. Эти самолеты в течение 2011-2014 годов прошли модернизацию на мощностях войсково-закцеды летничий номер 2 в кооперации с Израилем. На такие самолеты был установлен современный аэродинамический вычислитель, усовершенствована система позиционирования и двухдиапазонная радиостанция. При этом новая авионика была оснащена шинами для передачи данных стандарта МИЛ стандарт 1553B и бортовым компьютером для предоперационного и послеоперационного планирования. Но наиболее заметное изменение – это установка HUD-дисплея и многофункционального индикатора 5:4. Иными словами, комплектация кабин польских МиГ-29 этого транша была полностью изменена, по сравнению с базовым вариантом. Остальные самолеты МиГ-29 из состава 23-й базы тактической авиации получены от Германии и Чехии. Эти самолеты были адаптированы к стандартам НАТО лишь путем перемасштабирования показателей в радионавигационном оборудовании, системах связи и распознавания свой-чужой. Все вышеизложенное наглядно иллюстрирует, что переход на самолеты западного стандарта, даже и советского производства, является более сложным процессом, чем это может выдаваться на первый взгляд. Но нет ничего невозможного для наших ВВС. И если решение по передаче польских МиГов будет принято, то все мы знаем, что наши авиаторы сделают все от себя возможное, чтобы освоить эти машины максимально быстро, для того чтобы на новой технике бить оккупанта и гнать его с нашей земли. Спасибо за просмотр. Слава Украине!